Юные звезды большого тенниса. В спорткомплексе «Ряд» проходят соревнования российского теннисного тура. Первенство Ивановской области среди юношей и девушек в возрасте до 13 лет. Соревнования собрали 64 спортсмена из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Ярославля. Я готовилась к Иваново давно. В августе я тоже участвовала в Иваново на летних кортах. И последнюю неделю августа я заняла первое место в Иваново. Иваново на этих соревнованиях представляют 8 спортсменов. Сейчас турнирную таблицу возглавляет Егор Щербаков, он же первая ракетка турнира. Ребята хорошие, достойные. Есть даже 9-летние, которые только начинают в этом году. Они вступили в российский теннисный тур, стали его членами. То есть стараются тренироваться, достигать каких-то своих результатов определенных для своего возраста. И уже вот принимают участие даже в турнире более старшего возраста. Соревнования проходят в одиночном и парном смешанном разряде. Имена победителей станут известны 22 сентября. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.